Нет. У-у! Вот, познакомься, Ваня. Это мой младший Ваня. Это моя жена Яна. Здравствуйте. Вань, я подойди. По наслышке. Большой какой. Это поцелуй. Это младший. Старший выше меня. Старшему сколько? 20. Чего врешь-то? 20 ему будет через месяц. 19. А я как знаю, вынесла конфет. Конфет деревенский вынесла. Мы не едим кофе, да? А то Света идет, водичку одну пьет. Я говорю, пойдемте на чай. Мы все с водичкой. Не-не-не-не. Деревенских конфеток. Чего ты забираешь? О, Ром, смотри, Ром, это бамбук. Не-не-не, это все, все. Это бамбук же. Бамбук. А куда сарай-то дели? А, вот что, смотри. Алло, тут такая разруха. Да мы и так ехали, смотрели, все равно. А я не успела спросить. Что-то Света сказала, что Алёша будет что-то восстанавливать. Дом что нам? Да, брось. Я так обрадовалась. Думаю, нет, буду ждать. Будет носить в руках. Кого-кого? Доски. Смотри, коридор набран. Сделан, да. Ой, Алёша деловой такой. Ну, мы займем, сейчас пройдем, зайдем. Пойдем, да. Сходим туда. Пройдите, поглядите там. Володя-то там Королёв? Да, да, там. А кто вот там шевелится за мужичок? Да. В Яковлевом доме. А, это, наверное, Василий Васильевич снова. Больше некому. Дверь открыта там. Там кто-то это самое ходит.